Так, ну что, опа. Потихоньку присоединяемся все. Вот мы и приехали в русскую рыбалку. Маленькая пробка на выезде из города. Как всегда, хреновая связь. Но вроде пока работает Wi-Fi. Итак, поздравляем всех с 9 мая. Кто бы как бы не относился к этому великому дню, но в этот день, хотя, конечно, несколько раньше, все-таки окончилась война. И поэтому хотелось сказать всем спасибо за мирное небо над головой, за то, что мы можем отдыхать, жить спокойно, что мы не видим такого количества смерти, которое было раньше. За то, что наши любимые, родные всегда с нами, мы знаем примерно, где они, как они и что может быть. Так что вот, кем работаю? Работаю тренером. Привет с Одессы. Завтра 9 мая. Завтра 9, но тем не менее, завтра я не знаю, что мы будем делать и какая будет связь. А поздравить можно всех и сегодня. Привет с Волгограда, с города-героя Минска. Всем огромное спасибо. Привет с Киева. Где Мася? Масенька напротив меня сидит. Почему? Солнечная ванна у меня. Да, Маська замерзла, ждет глинтвейна. А я буду пить морсик. Обожаю морс. Так, когда продолжение интервью? В понедельник у нас, по-моему, выходит завтра фотосессия с моей Масей. А на следующий день, во вторник, будет продолжение интервью. Так, привет из Кемера. Какой любишь морс? Люблю клюквенный. Его вот уже как раз привезли. Привет с Усть-Илимска. Всем, всем огромное спасибо. Так. О, мой Масёк и её глинтвейн. Я хочу сразу сказать, что самый вкусный глинтвейн мы тогда пили с тобой в Таллине. Да. В Таллине он какой-то... особенный. Там и орешки. Мягкий. И вкусненький, да. Вот так вот. Да, и это моя жена. А когда вы познакомились, смотрите на канале, скоро уже будет об этом. В интервью мы все-все-все расскажем. Да, вынули нашу личную жизнь, наши личные мысли, нашу прошлую жизнь до встречи. И, соответственно, там мы все об этом рассказали, все на YouTube-канале. Неужели тебе нравится, что ты с собой сделал? Это нравится мне. Очень-очень. Собственно, вот так вот. Веду ли дистанционно тренировки? Веду. Пишите Евгению Хайтовичу в ВК, и, соответственно, он вас запишет и все расскажет, что к чему и как. Мася, как вы относитесь к тату Александра на глазах? На глазах? Да. Пока не очень, но мы переделаем, и будет все очень красиво. Собственно, вот так вот. Я хочу, можно я скажу, если бы ты был самый настоящий, натуральный, как все люди, я бы вряд ли бы обратила внимание даже на все его качества. Меня как раз таки именно привлекает вот эта уникальность Саши. Поняли? Что он не такой, как все. Вот так вот. Знакомлен с Невским? Нет. Спасибо за ответ, Мася. Так. Я полный дебил? Не, на самом деле я не очень полный. Я еще набираю. Вот. Я похож на бомжа. Холодно. Ах, я опять звуки забыл отключить на этом прекрасном ёлкарном телефоне. Опа. Так, показать прическу? Ну что с прическу? Все сострижено, сверху хвостик такой. Ой. Так. Вы супер. Ответ от жены прикольный. Поздравляю с 10 тысяч подписчиками. Спасибо. Они потихонечку добавляются, добавляются. Вот. Самое приятное, что они самые настоящие, они накрученные. А как у нас получается не ссориться, а нам, у нас нету для этого поводов. Армом не хочу ли заняться, я и так им аккуратненько занимаюсь, но пока я вообще занимаюсь очень-очень спустя рукава. Что-то так всего стало много. Я не разленился. А что? Я притомился. Не, на самом деле у нас да, такой был трудный период. Мы много работали, а сейчас хочется отдохнуть. Да, еще где-то с месяца у меня очень много будет персонала, потом потихоньку станет меньше, станет лучше. Так, я вижу вопрос по уровню креатинина в крови, но надо смотреть и другие анализы, которые есть. Соответственно, надо понимать, откуда была причина. Просто высокий уровень креатинина, как его снизить, я вам не отвечу на этот вопрос. Чем вы занимаетесь такой внешностью? Тренирую. Почему в полотенце? Так потому что холодно, смотрите, где мы. Это плед. Да, мы вот здесь. Это же русская рыбалка. Собственно, вот такие виды здесь. Видите, мы практически на море. Как вам вид? Мне тоже нравится. Здесь прохладненько, поддувает. И, соответственно, поэтому я в пледике. В Москве? Нет, в СПБ. До Москвы.
Мы должны были быть в Москве. Да, ну из-за Масиной работы мы не доехали в Москву, но, собственно, ничего. Так бывает иногда. А через... Сегодня что у нас? 8-е? А ровно через 21 день мы едем в Амстердам. Вот оттуда будет интересный перископ, да? Мы будем не только перископы снимать, а практически онлайн-трансляции. Так, задают вопрос, хочет ли Мася детей. Но об этом есть все вопросы уже на YouTube-канале. Спрашивали, как найти меня на YouTube, я там тоже в топе. Записывайте Саша Шпак, и сразу вылезает мой канал. Там чуть больше 25 тысяч подписчиков, так что вряд ли вы ошибетесь. Губы свои, свои. Привет, Сереге, огромное спасибо. Будет ли встреча с фанатами в Москве? Мы не доехали в Москву, мы должны были быть там вчера и сегодня. Собственно, вот. Это Комарова? Да, это Комарова. Так, Света, желтые сердечки. Так, где они? У нас зеленых сердечек много идет. Так, в антимагазин пойдете еще? Конечно, пойдем. Смазка-то заканчивается время от времени? Как мне не пойти? Очень быстро она почему-то заканчивается. Можно ли разводить бутса в горячей воде? Не вижу смысла от этого, в общем, ничего не должно измениться. Насколько я знаю, они не структурируются, с ними не должно ничего произойти. Так, а у меня синие. А почему-то не вижу ни желтых, ни синих. А, желтые пошли, желтые увидел. А что спасибо. Это значит? Сердечки? Ну да, почему они цветные? Ну, потому что каждый пользователь имеет своего цвета сердечки. Соответственно, вот кто-то говорит, у меня там синие или такие. Соответственно, он их ставит. Скажите, пожалуйста, как лучше принимать креатин? И с чем? Можно с медом, можно с соком. 5 грамм в день вполне хватает. Что смазываем? То, что сохнет, смазываем. Приветик, Саша. Спасибо. Это Виктория Мейер. Так. А у меня зеленые. Ой, а зеленых очень много. Спасибо огромное. Привет, Зариги. Еще раз. Что такое креатин? Креатин – это... такая вещь, которая увеличивает задержку жидкости, приводит к ускорению синтеза белка, усиливает синтез АТФ, ускоряет его. Соответственно, с гликогеном идет определенная работа. Там по мелочам много всего. Так, есть ли у меня судимость? Нет? Нету. Здравствуйте, добрый солнечный человек. Спасибо. Саша, как часто тренируешься? На самом деле стараюсь заниматься каждый день. Иногда бывают пропуски, но 4 раза в неделю все равно получается. Смотрим ли мы хоккей? Нет, мы вообще не смотрим телек. Так, синенькие сердечки. Синеньких, видимо, много. А есть розовые? Да, иногда есть розовые. Мы прекрасная пара. Спасибо. И синих идет очень много. Алиса шлет нам синенькие сердечки. Саша, нарисуй что-нибудь. На чем? Ой. И рисую я так же прекрасно, как и пою. Вот, а пою я хреново. Где мы сейчас? Мы сейчас в Репино. По телеку говорили, что меня посадят. Да, по телеку говорили за день до кризиса, что кризиса не будет. Вот. И что когда перейдем на плавающий курс, в нашей жизни все станет лучше. Да, было такое. В перископе можно рисовать. Да ладно, я не знал. Мася, ты лучше. Спасибо. Так. Саша, как ты выкрутился, только воровал хату. Оказывается, уже и такое было. Ребята, вы что курите? Так, на экран нажми и держи. Не, я боюсь. В следующий раз попробую. Давай я повтыкаю. Ты подтыкаешь? Да, погоди. Так, на экран жми. Ладно, Маська будет жать, она у меня любит новаторство. И что, ничего не получается? Может, там привет, что-то... Привет, Завьяновска. Специально что-то делать надо? Так. Служил ли я в армии? Нет, я был на сборах. У вас айфон? Нет, у меня... Samsung. А ты были на нудистских пляжах? Верите, я практически везде устраиваю нудистский пляж, где бы я ни была. Так. А, только на айфонах можно. Эх, ну ладно, в следующий раз тогда с моего попробую. Да, хорошо. Так, мы очень красивые. Ну что, мальчики, девочки, кто живет рядом, кто хочет пообщаться, приходите. Мы так обычно не устраиваем встречи с подписчиками, но так как у нас сегодня такой расслабленный день, без планов, то можно вполне прийти к нам сюда в русскую рыбалку и попить с нами чая или морса. Так. За мной никого не стоит. Это деревья. Нет, девушка написала, которая слала сердечки, что она стоит за нами. Вот. Все. Давайте до следующих встреч. Пишите, звоните. Ну и не пропадайте. Все, пока. Опа. Трансляция почему-то не выходит. Она каждый раз не хочет выходить, Мася. Ну, я не знаю.